Всем привет, друзья! Сегодня мой третий день в городе Гонконг. Сейчас я взял паром и отправляюсь на остров Лантау, чтобы посмотреть на самую большую статую Будды в мире. Только что я прибыл к самой большой бронзовой статуе Будды в мире на острове Лантау. Сейчас я планирую по ступенечкам забраться поближе к этой удивительной достопримечательности Гонконга. Здесь ровно 268 ступеней. Очень красивое, необычное, интересное место, которое завораживает. Священное животное.
асфальтная дорога со стеклянным полом. Впечатления просто незабываемые. Круто. Я посетил Temple Street, это ночной рынок Гонконга, который славится разнообразными товарами и также ночными бабочками гонконгскими. Вот такой забавный рынок, друзья. Чего тут только нет. Все, что хочешь, все, что душа пожелает. Я не представляю, как можно есть в этом месте. Такой стоит отвратительный запах. Я просто не представляю, как люди едят здесь. Да ужас просто. Я